примера, я вот такую метафору решил привести. То есть вот это вот яблоко, представим, что это наша планета, и мы изучили нашу планету всего лишь только до кожурки, даже кожурку еще не пробили. Ну, то есть мы летаем в космос, но при этом Земля наша еще не изучена. Поэтому для геологии очень много перспектив для ее изучения.